Думала сегодня спокойненько сесть, помонтировать видеоурок. Никита начал уборку у себя там. Пришлось идти ему помогать. В целом сейчас нужно идти в магазин, потому что будет целых 2 дня выходных. Мальчишки будут вытаскивать лопату. Сделали специальную конструкцию. Там петля затягивающаяся. Тут дергаешь, там затягивается. Говорят, там ее прямо видно. Еще несколько месяцев назад мальчишки тут с Хемишем играли, и у них у Егора лопата соскользнула в воду. И он стоически или героически нырнул за ней, но не успел схватить. Не, я просто на пищу не вернулась. Я вот так. На четвереньках встала, начала рукой, но потом прыгнула, а на мне был на фонарик в это время. Такой, о!